Это видео получилось для меня экспериментальным. Я никогда не делал видео такого формата и не знаю, продолжать мне или нет. Если вам видео понравится, поставьте этому видео лайк. Если не понравится, поставьте этому видео дизлайк. И обязательно в любом случае напишите мне комментарий, что вы думаете по этому поводу. Мне нужно как можно больше ваших мнений, чтобы я смог сделать вывод, продолжать мне или нет. Большое спасибо, приятного просмотра. Мне пришла такая вот большая посылочка, в которой находится куча всякого, в том числе Wheelong GTS 3M, ну и много всего, что, собственно говоря, сейчас я ей покажу. Я терпеть не могу формат распаковок, потому что считаю этот контент пустышкой, но решил все-таки один раз распаковать и посмотреть, что из этого получится. Посылка огромная, в ней находится 10 разных кубов, ну и головоломок в том числе. Про каждый из этого я планировал сделать какое-то видео. Возможно, я сделаю, возможно, и нет. Так, значит, сразу выкидываем. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть такой кубик от Мою. Бюджетный магнитный или не очень бюджетный, я не знаю. В общем, есть ли смысл вскрывать и показывать, я не знаю, но покажу. Насколько я знаю, этот кубик очень хорош. Но мне было очень любопытно посмотреть, пощупать, что он из себя представляет. Он по ценам дешевле всех флагманов. То есть дешевле Wheelong, V2, дешевле Gun и т.д. Но по свойствам он очень хорош, поэтому я решил, что мне он нужен, и я хочу про него рассказать. Что рассказать, я пока не знаю, потому что я еще его не крутил. Так, дальше что у нас тут? Белая коробочка, я не знаю, что это. А, это вот такая фигня. Тоже пока не знаю, что это такое. Поэтому, как изучу, про это появится видео. Или не появится, если оно мне не понравится, или я не разберусь до конца. Так, здесь у нас Wheelong от Юксина. Это не магнитный Wheelong из цветного пластика. Потому что я магнитный каким-то образом прошляпил и заказал не магнитный. В общем, такие дела. Может быть, я его замагничу, посмотрим. Если нужно замагнитить, пишите. Но я не уверен, что я это сделаю. Вот Wheelong. Коробка у него прикольная, лучше, чем у всех других по способу открывания. Здесь не будет такой фигни, как у валков первых. То есть не будет заедать, застревать. Потому что невозможно достать кубик. Так, здесь у нас пирамидка. Это пирамидка Yuxin Little Magic. Мне сказали, что она крутая. И, ну да, она хороша. Но настолько ли хороша? Чтобы прям, я не знаю, я подумаю и решу, сформирую мнение и потом расскажу о ней более подробно. Ну, пирамидка неплохая, за свою цену, я думаю, это хорошая головоломка. Мне нужна линейка для лайфхака, чтобы не испортить коробку, потому что она не открывается. Здесь у нас, я забыл, как это называется, Pinroll Scoop, по-моему, это называется. Такая фигня палаточная. И мне тоже было интересно, я решил пощупать и пособирать, что это такое. Возможно, появится видео про это, возможно, нет. Пишите, в общем, все головоломки, на которые хотели бы увидеть видео. То есть про некоторые появится точно видео, про некоторые еще неизвестно. Так, это у нас Wheelong V3. Wheelong'ов стало так много, что мне теперь очень любопытно, чем они все меняются. Этот Wheelong хорош, собственно, как и все предыдущие, но мне стало любопытно. И я думаю сделать сравнение трех Wheelong'ов, чем же они меняются со временем. Раз они их обновляют, мне стало любопытно, что именно в них меняется. Так, дальше. Шоу мистер М. Что это такое за куб?
как... Ого, он какой-то... Что это? Он какой-то, я даже не знаю, как это объяснить. Не рифленый, а какой-то текстурированный. Не знаю, я такого никогда еще не видел. Просто таких кубов в принципе никогда не было. У него какая-то странная поверхность, она типа устойчива к царапинам, как будто бы. Но при этом она тактильно не то что неприятна. Ну, в общем, непривычно как минимум. Ну, да, скорее неприятно, чем приятно. Это, не знаю, кубик крутится очень шустро, но... Не знаю, я пока рекомендовать ничего не буду, пока сам детально не разберусь, но... Ну, в общем, надо изучить этот вопрос более детально, и тогда я смогу что-то сказать. Так, дальше это Мега, Houston Little Magic V2. Настроены, конечно, так себе, надо перенастраивать. Слушайте, но эта Мега уже лучше, чем V1. Да, исключительно из коробки она лучше. Но у нее, опять же, есть проблема. Это острые бортики. Я не помню, говорил я ли в видео про Меги, что у нее острые бортики. Наверное, говорил. Вот у этой Меги такие же проблемы. В видео про Вейлонг V3 тоже я, по-моему, что-то говорил про бортики. Ну, в общем, ладно. Про бортики, я думаю, мы еще вернемся не раз. И посмотрим. Так, дальше у нас магнитный Cyclone Boys. Такая вот фигня, с которой, собственно говоря, Мую, по-моему, и утащили дизайн своей коробки. Вернее, не утащили, а подсмотрели и немножко переделали. Ну, то есть грамотно так подворовали, если так можно сказать. Тоже такая подставка, типа. А тут приклеено. Все, я это снимаю одним дублем и не хочу ничего монтировать, потому что это всего лишь распаковка, которая, скорее всего, отправится на второй канал. Так, я очень хочу прям сразу его покрутить и показать, что это за кубик. Не разломаться. Так. Ой, какой он мягкий и расслабленный, и весь в смазке. Это что-то ужасное. Кубик крутится очень странно, очень расслабленный. Вот точно надо настраивать. В нем что-то... Такое ощущение, что в нем один магнит отвалился, и он это... Когда я кручу, там болтается в детальке. Ну, кубик очень расслабленный, очень мягкий, но я не знаю, стоит ли это того вообще. Ну, он весь еще в масле, мне не нравится. Думаю, детально про этот кубик расскажу потом. Я не помню, к сожалению, их цен. Поэтому я это все пока убираю. И расскажу про это в будущем, наверное. Так, и последний, наверное, то, из-за чего, собственно говоря, все и было сделано, заказано. Это кубик Вейлон GTS 3M. Так, что у нас? Коробки. Ну, это вот такая. Так, такая вот коробка, черная с золотым, все в стиле Вейлонга. У меня цветная версия, собственно говоря, единственная версия здесь. Коробочка со всяким барахлом. Ну, это мы видели из предыдущего видео. Тут вот всякая фигня, какие-то тулсы, которые предназначены для чего-то. Вот это я не знаю, что такое. Отвертка, ну, обычная отвертка. Вот это мне понравилось. Вот эта фигня для настройки. Для настройки тех самых. Даже не знаю, как их назвать. Ну, в общем, дополнительных гаек. Вернее, гаек для придания жесткости или, наоборот, ослабления. В общем, и запасная эта фигня. Запасная, собственно говоря, сама гайка, потому что они там все одинаковые. Так, и вскроем, наконец-то, посмотрим, что это за куб, что это за зверь такой, с чем его.
он очень такой прям четкий, четко позиционируется грань. Прям магниты, я не знаю, достаточно сильные. Мне кажется, эти магниты сильнее, чем это Вейлонг GTSV2. Хотя, возможно, они одинаковые, но такое ощущение, что у этого куба гораздо сильные более магниты. Рюшки. Что я могу сказать по поводу рюшек? Это как-то супер непривычно и непонятно. Не могу сказать, что это неудобно, но пока это меня очень сильно смущает. Я думаю, что я детально разберусь, покручу, потестирую и какие-то выводы на этом смогу сделать. Разберусь, собственно говоря, с той самой настройкой, с продвинутой. Постараюсь понять, что и как сделать, как жесткость. Ну и с коробки куб крутится как бы, ну так прилично, он как будто смазан, наверное, или... Ну, быстрый куб, ничего не сказать. Вроде ничего не заедает, угол срезает хороший. Как любой топовый куб, конечно. Уже было много крутых результатов от разных спидкуберов. Там, с разных уголков мира. В основном, конечно, это были азиаты, если я правильно помню. Которые поменяли свои кубы на... Вернее, сделали своим основным кубом этот. Вот. Что для одной руки? Как-то очень тяжело мне крутить одной рукой. Рюшки прям, ну не знаю, бесят сильно. Ой. Ой, вот. Еще что-то я... Вот, все. Не знаю, рюшки как-то меня прям... Они мешают. Лично мне мешают они в одной руке. Я не знаю, как другим. В двух руках. Пока не могу сказать, хорошо это или плохо. Опять же, как сказал, протестирую. И дам какой-то вердикт по этому поводу. Крутится куб круто, но нужно разобраться с настройкой. Вдруг я могу сделать его еще более крутым. Для себя, по крайней мере. И смогу сделать какой-то вывод об этом. Если... Вы хотите какой-то обзор на какую-то из головоломок, которую я показал, пишите в комментарии. Скорее всего, я постараюсь рассказать. Чем больше комментариев на какую-то конкретную головоломку, значит, тем быстрее я, скорее всего, и сделаю этот обзор. Поэтому вот такие дела. Если хотите на MGC, значит, пишите, чтобы я делал обзор на MGC. Если хотите на... Cyclone Boys магнитный, значит, пишите про него. Ну, возможно, эти кубы магнитные, они попадут в одно видео, поэтому я не знаю. Возможно, пирамидка попадет тоже в цикл видео про пирамидки. Вейлонг GTS точно будет одно видео отдельное. Про Вейлонг я пока не знаю, про Миги тоже, возможно, я какой-нибудь делаю цикл видео. В общем, пишите, изъявляйте желание того, что хотите видеть в комментариях, и на это, собственно говоря, я и буду делать. На этом, наверное, я прощаюсь, и это видео попадет, скорее всего, на второй канал. Все, спасибо за просмотр, пока!